получается в программе советского телевидения «Когда поют солдаты». И девки прыгают в погонах и улыбках, гремя подковки их фасонных сапогов. И гимнастерки мнутся на фигурках гибких, и оценив их уставную красоту, их пыл и пот, их соблазнительных усилий, я среди них легко угадываю ту, что воспитает нам второго Дашу Гаршевили. Когда я вижу на экране голубом воскресный пляс работниц райвоенка, мама-то, мне как-то странно слышать и читать о том, что будто чем-то нам опасны страны НАТО. Они родились, чтоб рожать еще солдат, пошли работать, чтоб в расход пустить излишек. В их кабинетах курят ядерный дукат, роняя сотни пепел на судьбу мальчишек. Хотят любить мужчин в ущерб здоровью, и по стране военно подданы. Романс. Рокочут струны, перепачканные